Стихийным свалкам в городе не место. Ежедневно на территории Астаны образуется более 1000 тонн отходов. С начала года сотрудники Акимата при участии природоохранной полиции ищут злостных нарушителей. Например, в Есильском районе Астаны на 100 МРП оштрафовали строительную компанию. Бытовые, промышленные, большие и малые свалки. Зрелище не совсем приятное глазу, но уже привычное в нашей жизни. Но, похоже, борются с этим только специальные группы при столичном акимате. Акиматом города Астаны организованы комиссионные рейды с участием природоохранной полиции, акиматов районов, департамента экологии, департамента по защите прав потребителей. Значит, рейды производятся на ежедневной основе, каждый день, по выявлению нарушителей, которые нарушают требования правил благоустройства территории города Астаны. Визит представителей комиссии на стройплощадку оказался полной неожиданностью для местных работников. Руководитель компании начал было оправдываться, но факты нарушений явно налицо. Прилегающие территории строители компании СК «Кулагер», мусор, идет отсутствие ограждения. По данному факту нами будут составляться административные материалы, налагаться административный штраф. Сумма штрафа будет 100 МРП. С начала года аппаратом Акима Алматинского района выявлено 76 мест стихийного загрязнения. В результате более 3000 кубов мусора нарушители вывезли на экополигон и заплатили внушительную сумму штрафа. Был задержан автомобиль «Газель», который, значит, вываливал в 11 часов ночи мусор на неположенном месте. Сумма, которую он, значит, оплатил за экополигон, обошлось ему 950 тенге. Также ему наложен штраф в размере 20 МРП, это более 42 тысяч тенге. Специальные экологические посты в акимате Алматинского района теперь будут работать на постоянной основе. Но не стоит забывать, чисто там, где не сорят, да и дешевле. Азиза Макулбаева, Умербек Изимов, 24 KZ, Астана.